Как он хотел нас спутать, а? Ты да, понял, говорит, да? Цапля. Может, цапля, говорит? Что-то загуглить. Да, не просто чесалось. Типа, знаю, что ты вообще-то смотрел. Мне лучше скажи, правы мы или нет. Раз, два, три. Чука. Я тебе говорю, ты фартовый. Нормально. Как так? А когда они участвовали? Всем привет, я Николай Кобельченко. Я Данил Глебов. И что дальше? Всем привет, я Эльзат Ахметов. Я Матвей Сафонов. И... Сегодня мы будем угадывать факты об Ираке. Поехали. Как будто орел. Орел, да. Как будто орел. Ну, цапля точно этого нет. Цапля, орел. Ну, или орел, да, мне кажется, орел. Цапля, думаешь? А не, может, цапля. И цапля, конечно. Там птица. Вон птица. Однозначно. Ну, цапля это тоже птица. А верблюд точно нет? Сейчас, мне кажется, ну, давай этот будет, орел. Орел. Орел? Орел. Блин, мне кажется, орел будет. Мне тоже так кажется. Какая цапля? Цапля. Конечно. Орел все-таки. Давай орел, да? Орел. Я думаю. Мы думаем орел. Видишь? Хорошо, один есть. Как он хотел нас путать, а? Ты да, понял, говорит, да? Цапля. Может, цапля, говорит? Галера, галера. Иракский динар, я знаю. Ну, дирхамы нет, это же в этом... Это... В Эмиратах. В Эмиратах. Да, долер. Ну, долер похоже. Надо подумать, надо, я думаю, взвесить. Дирхам нет. Что еще там? Ну, там точно не дирхамы. Не, я думаю, вряд ли. Ну, тогда долер тоже исключаем. Получается, или динары, или... Как еще там? Драм? Может, драм? Давай драм. Давай драм. Драм нет. Да хорош драму разводить. Ты динар это. Интуиция подсказывает динар. Давай, ладно, доверяйся твоей интуиции. Динар, а? А долер это просто? Долер это просто. Ваша фантазия? Долер в номере, да, вроде. Сколько стоишь? Полтора долера? Полтора долера. Хочется ему это божий дар? Не-не-не. Ну, потому что как бы... Слишком? Все. Ну, потому что это... Ну, бог будет Аллах. Как бы и Багдад, ну, а, типа, вообще... не от не ну, сюда, да? Да. Ну, рынок вряд ли. Или божий дар. Может, песчаный город, может быть. Песчаный, да, что-то с песком. Столичный рынок тоже может быть. Но в Ираке. Но не знаю. Рынки, мне да. кажется, это знаешь, как столичный рынок. Да. Название столицы столичный рынок переводится. Мне кажется, не очень. Дай божий дар. Давай, да. Я тоже думаю, божий дар. Блин, мне хочется песчаный город сказать, если мне честно. Мне тоже, да, больше. Но все равно мы не знаем, правильно? Да ладно, песчаный. Песчаный город, пусть будет. Аллах, Аллах, говорит. Говорит, как это на каком, ё-моё? Подсказки где, я не понимаю. Ну, или персидский, или арабский, не знаю. Камонож. Я за персидский. Не, мне кажется, арабский. Видишь, там этот на арабском написано. На этом. Не? Как в Дубае близко. Чё? Что там? Понятно что-нибудь? Ну, я не знаю, какой это язык. Ну, или арабский, ну не персидский, не? Я вас хочу расстроить, у арабского и персидского письменность одинаковые. А, да? Да. Типа знаю, что ты вообще-то смотрел. Ну, можно скинуться. Давай за персидский. Ну, давай, окей. Арабский. По-моему, второй курский у них. Ну, на три. Давай. Раз, два, три. Я за арабский. Ну, я знаю, что арабский. Не, арабский язык, но из вариантов точно арабский. Иракский диалект. Ну, про диалект я не в курсе. Я думаю, арабский язык. Это... Ну, да. Арабский. Чука. Да не, мы-то с географией. Мы знали, мы знали. Мияги, думаю, вряд ли. Ну, Мияги нет, Кармен тоже нет. Ну, что-то про Багдад, я помню, песенка это была. Ну,
Мияги, я что-то не знаю, там песен про Бугдан. Руки вверх. Хотя нет, Кармен, Кармен, это что-то знакомое, Кармен. Кто это вообще Кармен? Это я даже не знаю. Я не знаю, кто это. А что там было про Багдад? Что-то нагуглить? Да, не просто чесалось. До скорой встречи, до скорой встречи. Это звери же? Ну, руки вверх нет, по-моему. Не, руки вверх нет, точно. Или Кармен. Ну, Мияги точно нет. Тоже не помню, что в Мияги было. Все, да. Кармен. Ну, Кармен, будь бы, да. Но других вариантов нет, мы все равно не знаем. Кармен. Ну, вот это точно не звери. Значит, Кармен. Кармен? Багдади, все спокойно. Мне лучше скажи, правы мы или нет. Я, ну, видимо, Кармен. Ну, не Мияги, да? Ну, вряд ли. Явно не Мияги. Может, из раннего творчества, конечно, но... На музыкальный квиз меня точно не зовут. Как будто зимние Олимпийские игры. Слушай. Слушай, а по чемпионату мира по футболу, думаешь, участвовали? Я думаю, в зимних. Ну, по идее, да, по логике. А ты в футболе вообще разбираешься, а не там, чемпионат мира? Слушай, ну, вот... Как бы в новейшей истории нет. Учиться там с 98-го года. Что они там на зимних будут делать? Какой вид спорта? Мне кажется, в зимних Олимпийских играх по-любому кто-то да участвовал, там, знаешь. Мог пройти. Или знаешь, как делают же представители, они просто меняют гражданство и за эту страну выступают в теории. Ну, типа, да, такого. Потому что даже в Киргизии есть представители там зимних Олимпийских игр, хотя у нас там не особо развито. Наверное, да, зимний, да, мимо. Чемпионат ты чемпионат мира, а я за зимний, да? Ну, кто выигрывает, тот ответ тот отвечает, говорит. Да. Если я выиграю зимний, раз, два, три. Зимние Олимпийские игры. Я тебе говорю, ты фартовый. Нормально. Как так? А когда они участвовали? В 86-м году. Ты не помнишь, что? Он же сказал, до 98-го он не в курсе. С 98-го. На лыжах? Могут. Бегал. Как будто пустынные орлы. Они в пустыне и... Слушай, ну... У них там река Евфрат есть. И? Какой вариант? А там тигры Евфрата есть. Знаешь, тоже как бы... Просто, это, блин, согласись, да, смотри. Как бы орел, вот да? Смотри, ты отвечаешь не пустынные орлы, а правильно пустынный орел. Ты потом такой, да ё-моё. Это как с Багдадом, божий дар не ответить. Ну вот, пустынные орлы, наверное. У них же орел же на этом. Наверное, пустынные орлы. Просто у них, наверное, не все с орлом символизируется. Слушай, ну мне кажется, там львы водятся, нет? Ну, давай за львов и все. Давай львы. Мне кажется, львы. Давай львы. Окей, львы Месопотамия. А, да ладно, львы они, да? Ну, блин, я даже не знал про федерацию. Тяжело. Ну да, логически мы подумали. Да, с подвохом, конечно. Хорошо! Хорошо! Ирак. Ну, точно не Кубок Азии. Ну, не Кубок Азии точно, что он еще не был. Может, что-нибудь про персидский, там, чемпионат Персидского залива или что там было? Да, наверное. Ну, наверное, да, вот чемпионат Персидского залива. Куда ответ? Мы еще только начали свои размышления, ты уже ответ. Что, за залив будем бороться или побольше пойдем? Арабский, да. Ну, залив, наверное, нет там все. Поэтому нужно между двумя меньшими, мне кажется, выбирать. Панарабский? Залив и панарабский. Давай панарабский. Давай за залив я. Давай. Погнали? Да, нам нравится просто название, да. Хорошее. Поэтому давай, Персидского залива. Раз, два, три. Залив. Правильно. Рабочая тема. Как будто Хаджи. Мне кажется, Зидан, нет? Почему? Ну, потому что в честь Зидана называли.
как бы больше, знаешь, он мусульманин. А. И могут там называть. Это же хорошая логика. Да ладно. Это как? Одно имя? Одно имя — Месси, Хаджи, Зидан, Тотти. Выбрать надо? А, выбрать, кто из этих вот... Я уже думаю... Кто же за имя? Из этих вот один играет, да? Вот так, под такой фамилией какой-то. Под именем. А, имя? А Хаджи не могли назвать? Ну, Хаджи, он же не мусульманин. Слушай, я не знаю, сейчас. Тяжелый вопрос, блин. Слушай, Месси это рано человеку. Он еще не будет на профессиональном уровне играть. Месси-то когда заиграл? Слушай, ну это, мне кажется, в интернете везде было бы, нет? Типа, там, я сборную Ирака Месси выступает, там, знаешь? Ну, а Зидан выступает, что, ты видел где-то? Да. Что Зидан выступает за сборную Ирака? Ты это видел? Не, если серьезно где-то слышал, то давай отвечать, я даже спорить не буду. Кто там был? Месси, Тотти? Хаджи, Зидан. Хаджи и Зидан? Да. Ну, Зидан. Зидан? Давай, ну, давай, Зидан. Ну ладно, давай, я говорю, тут спорить. Зидан Икбал, не знаете такого? Да, в Манчестере играет. Правильно, Зидан Икбал. Точно, я не знаю, я говорю, в футболе не разбираюсь. А, в МЮ, точно, вспомнил, в МЮ. Все, пошли, брат. Ничья так ничья. Одного я точно знаю. Ну, максимум, мне кажется, один, не максимум. Один точно был в крыльях. Ну, я помню, да, я помню, защитник. Да. Ну, три точно вряд ли? Ну, три вряд ли, да. Может, привезли их. Мне кажется, один. У Рубина вот этот тоже иракский защитник пришел в первую лигу, да? Или в премьер-лиге он был? Вот все-таки был какой-то. Был иракский. А этот из Аталахи или как? Из Аталахи. Или он с Ирана? Иранец. Иранец он, да? Тогда ноль, мне кажется, нет. Не знаешь, вот в Рубине сейчас тоже не защитник? Я футбол не разбираю. Тогда самому, да, тянуть надо? Конечно. Вспоминай, если что-то знаешь, вспоминай. А этот вратарь в крыльях, помнишь, был? Или он алжирец был? Он алжирец. Угу. Один или два? Один или два. Че, на... Ты что думаешь? Я не знаю. Как я могу знать? Слушай, я за одного. За одного, думаю. Мне кажется, что... Первый раз. Возможно, что-то я видел. Я, может, на себе надумываю что-то, но мне кажется, что были новости, как бы, знаешь, форсили, да? Что как будто он первый. Но, ну, по мне, это выглядит так, что это похоже на правду. Но я за то, чтобы ты спорил за два. Скажем ты так. Ты что, хочешь опять? Да, я хочу опять. Ну давай уже, что? Мы и так два балла заработали просто с того, что нам повезло. Давай. Давай, ну ничья будет честно, если мы вдруг неправильно. Если выиграем, это будет как бонус, что мы самые везучие. В крыльях? А-а-а, один играл. В Лосады, помнишь, такой в центре был опорничек? Да? Да. Один. Но если он играл, то один. Я больше точно не знаю. Да. По-моему, опорник был. Или... А, не так давно, да, это было? Да, вот, да. Может, сезон два назад. Да. Я за один, ты за два, да? Раз, два, три. Один. Правильно. Я тебе говорю. Я говорю, рабочая схема. Я говорю, мне казалось, что я помню, что были какие-то новости. Он первый и последний, что ли, был? Ну ничего, нормально, так, знаешь, кулачки так идет. Нормально. С победой. С победой. Уверенно, заслуженно. Без доли везения. Спокойно. Всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите ролики со сборной России. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно.